Теремок ТВ. Деревяшки тук-тук-тук. Деревяшки там-там-там. Деревяшки бум-бум-бум. Деревяшки там-там-там. Деревяшки, кубики, кругляшки. С ароматом стружки, теплые игрушки. Деревяшки тук-тук-тук. Деревяшки бум-бум-бум. Деревяшки тук-тук-тук. Фотоаппарат. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игу-Гу. Игу-Гу! Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Гав-гав! Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. Ду-ду! И даже поросенок. Поросенок Хрю. Хрю-хрю. В деревянном месте все играют вместе. Доброе утро, Игу-Гу. Ты тренируешься? А вот и Гав. Доброе утро. Ловкий, быстрый, громко лаю. Гав-гав-гав. Друг в труде и для забав. Игу-Гу, Гав просит тебя улыбнуться. Умею объективом все ловить. Я мир могу в картинки превратить. Я целый день снимаю, не устав. Все потому, что я фотограф Гав. Хрю, как всегда, занят своим любимым делом. И ничто не может его отвлечь. А вот и кошечка Мяу. Привет, Мяу. Не могла бы ты попрыгать на батуте для Гав? Надеюсь, что порадую друзей. Я очень скоро выставкой своей. Ведь у меня теперь волшебный друг. Снимает все вокруг. Здравствуй, Ду-Ду! Гав просит тебя посмотреть в телескоп на звезды. Гав, ты приглашаешь деревяшек к себе в гости? Ты что-то для них приготовил? Гав-гав! Прекрасно.
На свой фотоаппарат ты сделал волшебные картинки. Фотоаппарат – это такой аппарат, который нужно посмотреть и нажать на кнопочку. А потом получится волшебная картинка. Всем картинки я подарю. Кот плескается в луже хрю. Это кошечка и батут. И ду-ду наш слоненок тут. Деревяшки прощаются с вами. До свидания, друзья! И слегка устали. Тук-тук-тук, чок-чок-чок. Деревяшки на бочок. Деревяшки, тук-тук-тук. Деревяшки, там-там-там. Деревяшки, бум-бум-бум. Деревяшки, там-там-там. Деревяшки, кубики, кругляшки. С ароматом стружки, теплые игрушки. Деревяшки, тук-тук-тук. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка и Гу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. С самого раннего утра слоненок Ду-Ду читает книги. Привет, Ду-Ду! Мяу-мяу! Тебе гость! Маленькая кошечка, мяу-мяу-мяу. Маленькая кошечка, кис-кис-кис. Нежусь я на солнышке, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. И смотрю на всех я, мяу-мяу. Смотрю я сверху вниз. Мяу, тебе нужна книга про ягоды. Ты хочешь приготовить новые конфеты? Кажется, у Ду-Ду есть такая. Из нее можно узнать, какие ягоды нужно собрать. Мяу! Спасибо, Ду-Ду! Мяу собрала малину. Именно такую, как была в книге слоненка. Ура! Конфеты получились! Ду-Ду, ты подскажешь пчелам, с каких цветов лучше собирать нектар? Ду-Ду нашел книгу про цветы и мед. Кажется, пчелы довольны. С этих цветов они соберут отличный нектар. Хорошую книгу нашел Ду-Ду. Кто там прячется в кустах? Поросенку Хрю очень хочется взлететь, но он не знает на чем. Ну, конечно же, Хрю, у Ду-Ду для тебя есть книжка. Ты сможешь выбрать, на чем отправиться в полет. Сбылась твоя мечта, Хрю! Ты полетел!
Слоненок Дуду нашел книгу с замечательной песенкой. Букашек или даже для китов. Сколько на деревьях шишек, из чего мы свитер вяжем, будет чем пирог украшен. У Дуду ответ готов. В книжках ты ответ найдешь, если их читать начнешь. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, если их читать начнешь. В книжках ты ответ найдешь, если их читать начнешь. Умпа-умпа-умпа-умпа, если их читать начнешь. Умпа-умпа-умпа-умпа, если их читать начнешь. Если их читать начнешь. Если их читать начнешь. Деревяшки прощаются с вами. До свидания, друзья. Устали. Тук-тук-тук, чок-чок-чок. Деревяшки на бою.